Вы видите на вращающемся табло результат в метании копья 84 метра 30 сантиметров. А вот тот, кто сделал этот прекрасный бросок, стал впервые в жизни рекордсменом Советского Союза. Это Лев Шатило, спортсмен из Подмосковья, воспитанник общества профсоюзов. 10,92 секунды. Итак, установлен новый рекорд Советского Союза. Прежний принадлежал Виктору Евсюкову, 83 метра 68 сантиметров. I'll be back.